Абсолютно ничего нового. Велосипед, прогулка. И охренеть, шикарный лес. Все как всегда. Вот вам кусочек Европы. В густом лесу указатель. Достопримечательность, велодорожка. Ну и что-то еще. Камера, конечно, этого всего не передаст. Таких лесов я не видел. Даже еще в сказке про Белоснежку там что-то такое было похоже. Офигеть. Что там засыпалось? Тропки мавок каких-то лесных. Красиво. Такими крутыми местами я жарюсь, когда делать нечего. Шарюсь со своим дружочком. Вот с ним. Я не знаю, тут шикарно. Очень красиво. Просто офигеваешь, когда видишь природу нетронутую, незагаженную. Лес, природа, свежий воздух. Это все, конечно, прекрасно. Но цель нашей поездки сегодняшней хотелось бы показать вот такой вот объект. Такая штука. Конечно, я хотел ее не снаружи, а внутри. И побывать наверху на самом. Но, увы, для туристов она закрыта. Открыта только в летний период. А сейчас уже сентябрь. Период не летний. Придется мне вам только рассказать словесно. Башня эта построена в конце 30-х годов. 38-39 год. Создана она для того, чтобы обнаружать вражеские объекты в виде кораблей, передавать информацию, спрятанной в лесу артиллерийской батареи. А почему спрятанной в лесу? Потому, чтобы выстрел не было видно с моря. Здание это состоит из 8 этажей. Сделано в форме купола. Кодовое название — «Дзвон». Здание имеет такую форму в виде купола не просто так. При возможной атаке, при возможном обстреле такая форма увеличивала бы шансы рикошета снаряда. И, соответственно, здание осталось бы целым. Возможность эвакуироваться персоналу. Кстати, персонала здесь было очень много. Так этот объект теперь является достопримечательностью. И здесь, по посещению туристов, здесь обустроили вот такие вот столики, красивые мусорки. Можно покушать, посидеть, пообщаться. Вот такие вот возле вышки постройки из бетонных конструкций. И специалист, конечно, не знает, для чего они. Трем.
Там что-то... Ну, конечно, страшно тут ходить. Вот ё... Непонятно, что тут... Резко, плавно, плавно, резко. Перейдем от темы военной к теме отдыха на природе. Затестим сегодня одну крутую штучку. Что у нас тут на тесте будет? Вот такая вот дешманская вещь. Снимать, так что видно? Ну да. Вояж, турист. Самые нужные вещи в походе. Внутрь. Барахло, все. Стеночки, полочки. Даже вилка в комплекте идет. Надежно. Надо вилку сразу забрать. 40 злотых. Поджигай. Делаем ставки. Что с ним будет? С одной жарки мяса. Ну да. Все по дресс-коду, перчаточка черная, Black Star бургеры, левочка наша, кусочек. Это краушка. Какая уже вкусная? Нет, все. Да не важно откуда светит, из-за дыма дым подсвечивает и не видно здесь. А ты иди вот. Мангал целый еще. Короче, ребята, мангал выдержал. Мясо шикарное. Бомба. Офигенное все. Да. Снизу дырка только в мангале прогорела, жир вытекает. Но нема там ничего, там все четко. Не покрутило, вот, не покоробило, смотри, смотри, все вот. Четко. Это... Мангал офигенный. 300 гривен, счастья полные штаны. Боец. Еще раз на 10 точно хватит. На 10.